В руках у провизоров список из 10 наименований лекарств, которые необходимы при лечении ОРВИ, коронавируса и пневмонии. Все они, либо их аналоги, должны быть доступны для самарцев и лежать на полках аптек. Вопрос обеспеченности торговых точек необходимыми лекарствами был поднят на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Самарцы пожаловались губернатору Дмитрию Азарову, что в аптеках недостает необходимых лекарств. Разобраться с проблемой и ликвидировать дефицит он поручил руководителям торговых сетей, напомнив, что они также являются частью системы областного здравоохранения и в ответе за жизнь и здоровье граждан. В первой аптеке по улице Владимирской, куда сегодня пришли провизоры и съемочная группа, 4 кассы. В общей сложности в день они обслуживают около 600 покупателей. Лекарства из контрольного списка оказались в наличии. По городу ситуация спокойная. То есть в аптеках в основном все препараты и противовирусные, антибиотики имеются. Если, допустим, на данный момент, когда больной пришел в аптеку, этого препарата не обнаружено, то они принимают, провизор принимает заявку на данный препарат, и в какое-то определенное время, значит, этот препарат доставляется в аптеку, оповещает больного, он приходит и забирает. Товар у нас доставляется в соответствии со спросом, то есть это все рассчитывается и планируется. Поставки у нас 2 раза в неделю, то есть перебоев у нас нет. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, нехватка препаратов в аптеках вызвана 2 причинами. Во-первых, новыми правилами маркировки, которые сейчас перевели в уведомительный режим. Во-вторых, ажиотажным спросом, с которым производители лекарств справились не сразу. Самарцев просят не закупаться лекарствами впрок. Пока они ждут своего часа на полках дома, есть люди, которые в них нуждаются прямо сейчас. А при необходимости приобрести медикаменты лучше уточните на сайте аптеки, по какому адресу они есть в наличии. Как это всегда делает Юрий Лузанов. Мужчина говорит, сделал заказ в интернете, а через несколько минут пришло СМС, что лекарство есть и можно его выкупить. Ну, я в интернете смотрю и в эту аптеку захожу. То есть вас не смущает, если в этой аптеке нет, можно дойти пару метров? Нет, как правило, всегда бывает. Елена Федотова говорит, пришла за противовирусным средством. Оно есть в наличии, но провизоры предложили более дешевый аналог, который женщину вполне устроил. Я когда приходила вот в эту в аптеку, всегда все было, вот что мне надо. А так я не могу сказать. И сейчас я пришла. Да, вот что мне надо, я купила. В следующей аптеке, расположенной по соседству, некоторых медикаментов из списка провизора не оказалось. В торговой сети пояснили, поставки происходят 2 раза в неделю. Можно оставить заявку, и в течение 3-5 дней нужные лекарства привезут. Если ситуация не ждет, можно позвонить в другие аптеки этой сети и купить лекарство в одной из них. За некоторым исключением, вот они говорят, что у них нет орбидола, у них фенавира, но они обещают в ближайшее время сделать поставку. То есть все препараты в аптеке в наличии имеются, необходимые препараты, которые вот в данный момент востребованы. По словам представителей аптечных сетей, сейчас у них имеются запасы препаратов до 45 дней, а на некоторых складах и до 90 дней. Виктория Шарая, «События».